В Люберцах прошел вечер памяти, посвященный основателю городского краеведческого музея Михаилу Изместьеву. В картинной галерее, у истоков которой тоже стоял Михаил Петрович, 17 ноября собрались его родные, друзья и коллеги, представители администрации и жители округа. Хочу сказать слова благодарности, что сегодня пришли наши уважаемые ветераны, почетные гости, молодое поколение, которое является продолжением всей истории, истории нашего городского округа, нашего города, историю, которую по крупицам собирал Михаил Петрович на протяжении всей своей жизни. Началось мероприятие у мемориальной доски, установленной на фасаде музейно-выставочного комплекса. На памятном митинге собрались люди разных возрастов. Многие из них были знакомы с Михаилом Изместьевым лично. Это уникальный человек, потому что он прошел войну, он видел все, а мы учились у него трудиться и сохранять культуру, которая... Нужно нести на своих плечах, нужно беречь. Я думаю, что именно кладезь, благодаря ему, находится здесь. Продолжился вечер памяти в стенах музейно-выставочного комплекса. Концерт начался с любимой песни Михаила Петровича. Поле, русское поле, сколько дорог прошагать мне пришло. Работать над созданием краеведческого музея Михаил Изместьев начал еще в конце 60-х годов. Он изучал материалы по истории Люберец, собирал экспонаты, многие из которых ему приносили местные жители. Открытие музея состоялось в ноябре 1976 года. У него три жизни же было. Это военная жизнь, да, это музейная жизнь, это художник. Но для меня он существует, как вам сказать, родоначальник краеведения. Вот он и Белов, журналист нашим местный, да. Вот они собрали по крупицам все, что... Просто сразу собрали и соединили, и всю цепочку эту всю вырастили. Краеведение как таковое, люберецкое. Это, конечно, он его родил просто своими руками. За первые десятилетия работы в краеведческом музее Михаилу Петровичу удалось собрать более 6000 живописных и графических работ. Места в выставочных залах не хватало. И в 1994 году Изместьев сделал проект картинной галереи. Мечта Михаила Петровича воплотилась в жизнь. Галерею построили и в 2018 году торжественно открыли. След Михаила Петровича оставил не только для меня, и для всех посетителей и работников музея. Здесь остались вот его картины, очень много картин живописных, графических работ осталось. И, безусловно, в этих картинах живет его душа. Конечно, он живет в наших сердцах, и мы его всегда будем помнить. Музейный фонд составляет почти 40 тысяч экспонатов. Более 12 тысяч из них собраны Михаилом Петровичем. Заслуженный работник культуры России, почетный гражданин Люберецкого района Михаил Изместьев ушел из жизни 10 лет назад. Но память о нем жива в сердцах людей. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.